Всем привет, дорогие друзья, с вами GamePlan, и сегодня мы посмотрим на долгожданный раннер от компании Sega под названием Sonic Dash. В главном меню нас сразу же приветствует и привлекает к себе внимание, это выбор персонажа. По умолчанию доступен только сам Sonic, но также мы можем разблокировать и других персонажей, известных по этой знаменитой серии. Нажмем play, не будем тянуть время и посмотрим на саму игру, на сам геймплей ее. Перед забегом нам необходимо выбрать один из пяти ускорителей. Кстати, за бег можно использовать их три разных совершенно. Это будет вам давать бонус, бонус к очкам, бонус к колечкам, которые вы собираете, ну и так далее. Думаю, с этим вы сами разберетесь. Что из себя представляет этот раннер? Это классический трехполосный раннер. С помощью свайпов влево-вправо мы перемещаемся между полосами движения. С помощью свайпов вверх мы прыгаем. С помощью свайпа вниз мы кувыркаемся и тем самым избегаем препятствий, а также сокрушаем наших врагов. Необходимо также уворачиваться от бомб, собирать различные бонусные штуки, которые будут давать вам, допустим, магнит для колечек, ну и так далее. Во время прыжка вот такого мы можем делать вот такие вот трюки. Должны мы следовать командам, которые нам даются, и благодаря этому мы будем зарабатывать дополнительные кольца, которые потом сможем потратить успешно в магазине, либо купить или разблокировать нового другого персонажа, чтобы потом играть за него. Раннер очень динамичный, очень яркий и очень атмосферный. Думаю, особенно он понравится тем, кто любил Соника, любит Соника и будет продолжать его любить, несмотря ни на что. На мой взгляд, раннер получился достаточно добротный. На моем Nexus все идет просто замечательно. То есть с оптимизацией на это, на свое устройство, я могу сказать, разработчики не подкачали, и все идет просто замечательно. Не знаю, как с другими устройствами, но за Nexus 7 2013 года я отвечаю, все идет просто прекрасно. Кстати, в маркете почему-то данное приложение несовместимо со многими популярными устройствами. С Nexus оно совместимо, но, как выяснилось, у некоторых людей почему-то несовместимо. Но для того, чтобы вы смогли поиграть, вам просто придется скачать АПК с какого-нибудь стороннего сайта. А так, в маркете игра бесплатная, поэтому вы ничего не теряете и приобретаете вот такую вот замечательную игру. Кстати, хотелось отметить один из минусов этой игры. Если вы будете играть включенным интернетом, то реклама вас просто заманает. Здесь не то что обычная реклама, здесь еще вылазит и видеореклама, которая просто иногда начинает бесить. Поэтому не включайте интернет, точнее его лучше выключайте перед тем, как заходите в данную игру. Вот такой вот обзор и мнение о игре Sonic Dash я вам подготовил. Всем большое спасибо за ваше внимание. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!